Городские депутаты пригласили руководство Сибмоста на очередную сессию горсовета. Она пройдет 21 декабря. Народные избранники намерены детально разобраться в сути претензий компании к мэрии. Напомню, областной арбитражный суд удовлетворил иск Сибмоста городской администрации. И теперь город должен выплатить огромную сумму в 2,5 миллиарда рублей в счет убытков, которые понесли строители Бугринского моста. В письме, адресованном руководству Сибмоста, депутаты попросили предоставить документы, которые подтверждают реальный ущерб, и выступить с докладом на сессии городского совета. Но пока ответного отклика не получили. У нас есть четкое понимание того, что экспертное заключение, на которое ссылается Сибмост, о том, что якобы к этим убыткам привели инфляционные процессы, у нас есть совершенно четкое понимание, что бюджет города Новосибирска и горожане не могут отвечать за макроэкономические показатели экономики России. Инфляционные процессы не являются, так или иначе, причинно-следственной связью в событиях, на которые указывает Сибмост. Повторюсь, мы рассчитываем, по-прежнему рассчитываем на то, что на наше приглашение специалисты Сибмоста все-таки отреагируют и придут.